Всех рад приветствовать, дорогие друзья, на канале Про Движение. В этом видеоролике хочу показать вам один очень классный и топовый способ по накрутке бесплатных живых подписчиков в ваш TikTok профиль. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и погнали! Друзья, маленькая реклама. Хочу вам порекомендовать сайт, который называется InstaHelp. Это необычный способ по накрутке в вашей социальной сети. Вращайте рулетки, раскручивайте свой аккаунт. Ссылка на этот сайт будет в закрепленном комментарии. Переходите и накручивайте. Ну а для того, чтобы нам с вами накрутить очень много подписчиков совершенно бесплатно в TikTok, нам нужно, друзья, выйти и зайти в любой браузер, который у нас есть на телефоне. У меня это Chrome, я захожу в Chrome, и дальше нам нужно в поисковой строке написать вот такое вот название сайта, на котором мы сейчас будем накручивать подписчиков. Оно называется TikTok Free. Заходим на первый сайт. Если вы не сможете его найти, я ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Можете просто перейти по моей ссылке и сразу перейдете на этот сайт. Дальше, когда вы перейдете на этот сайт, вам нужно пройти регистрацию, пишите свой логин, пароль, заходите сюда, то есть как бы, ну, вы поймете, как это все делать. Я просто нажимаю перейти в личный кабинет, перехожу. Вы как только пройдете регистрацию, у вас сразу появляется вот такой вот кабинет, как у меня. Дальше нажимаете на вот эти вот три полосочки в левом верхнем углу. Здесь появляется ваш профиль. Видите, вот он мой баланс. И давайте начнем. Друзья, для того, чтобы здесь накрутить бесплатно подписчиков, нужно сперва добавить аккаунт. Нажимаем «Добавить аккаунт». И здесь нужно написать ваш TikTok, то есть или оставить ссылочку, или написать ID. Пишите ваш TikTok профиль, это можно как бы не основной писать, а можно левый. То есть вам нужно будет с этого TikTok профиля потом ставить лайки, подписываться на людей, там писать комментарии и многие другие действия делать. Поэтому если вы не хотите засорять свой основной TikTok профиль, тогда напишите левый, если он у вас есть. Пишите, нажимаете «Найти аккаунт», находите, добавляете. После того, как вы добавили свой аккаунт, нажимаете на вкладочку «Заработать». Нажали, идет вот такая вот загрузочка, здесь вы выбираете профиль, с которого вы хотите подписываться на людей, то есть выполнять различные действия. Я выбираю вот этот свой второй профиль, нажимаю «Использовать этот аккаунт». Теперь у меня появляются все задания, здесь можно ставить лайки, а также можно еще и подписываться. За лайки нам будут давать вот таких вот 49 кристалликов, 0,49, а если мы будем подписываться на людей, то нам будут давать точно так же 49, поэтому давайте начнем. Нажимаем «Выполнить», нажимаем «Подписка», перекидывают нас в TikTok, мы нажимаем «Подписаться», все, подписка оформлена, после этого мы не закрываем вот эту страничку, обратно заходим в Chrome и автоматически идет проверка. Смотрите, у меня 8,84 сейчас вот таких вот кристаллика, идет вот такая вот проверка, сейчас нам зачислится и пополнится наш баланс. Смотрите, оп, стало 9,33. Дальше у нас написано «Подписаться на вот этого человека», нажимаем «Выполнить», автоматически нас перекидывает в TikTok, нажимаем «Подписаться». Все, подписка оформлена, дальше мы опять выходим и заходим в Chrome. Если у вас не идет загрузочка, тогда вы нажимаете «Проверить». И вот, как я вот сейчас, видите, нажал «Проверить», у меня сейчас 9,33 кристаллика, идет вот такая вот загрузочка. Смотрите, оп, и уже стало 9,82. Точно так же заходим в лайки. И также давайте попробуем поставить лайк. 100% все получится, то есть заходите подписчики, подписывайтесь. Также в лайки нажимаете «Выполнить», идет вот такая вот переадресация, нажимаете «Лайк». После этого выходите, все, идет загрузочка, 9,82, сейчас должно быть больше 10. Все, смотрите, прошла загрузочка, через 10 секунд у нас стало 10,31. И, друзья, вот так вот вы заходите, можете нажать все задания, подписывайтесь, ставите лайки, и так можете делать там полчаса, поставили, все, наделали там, да, лайки, подписчики. Вам тут насобирался какой-то баланс, там 50, 100, потом можно через время опять зайти, через время опять, и так можно за день 1000 насобирать. После того, как вы насобирали там 10, ну, это в моем случае, да, у вас там 100, 1000, 2, вы, друзья, выходите, и здесь у вас написано «Создать задание». Нажимаете «Создать задание», выбираете аккаунт, на который хотите накрутить себе подписчиков. Здесь написано «Накрутить подписчиков», «Накрутить лайки», мы нажимаем «Накрутить подписчиков». И здесь, где количество, вы должны указать, сколько вы хотите, чтобы вам на ваш аккаунт накрутилось подписчиков. Например, в моем случае мне позволяют вот эти вот кристаллики, это 9,8, а у меня на балансе 10,33, накрутить 20 подписчиков. Также, например, можно не 20, а можно 100 накрутить. Если 100, то это будет 49 кристалликов. Если, например, 50 подписчиков живых накрутить, да, то это будет стоить всего лишь 24,5 вот таких вот кристаллика. То есть я пишу, в моем случае это, например, давайте вот 15, да, это будет стоит 7, мы нажимаем «Начать накрутку», то есть выбираем аккаунт, пишем количество и нажимаем «Начать накрутку». Все написано, что наш заказ пошел в обработку, и теперь можно зайти и посмотреть мои задания. То есть заходите, да,
Вот сюда вот открываете опять вот эту вот шторку, нажимаете «Мои задания». Сейчас можно посмотреть, что вы там накручиваете. Смотрите, вот он, мой заказ добавлен, выполнен на 0 из 15. Теперь, друзья, нужно подождать, я не знаю, там полчасика, часик, и все 15 подписчиков, которые мы заказали, обязательно придут в наш TikTok профиль. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно делитесь этим видео с друзьями, все ссылки будут в закрепленном комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока!